Здравствуйте, дорогие мои! А знаете, за 25 лет аншлага хором меня вызвали впервые, за что вам огромное спасибо! В ответ услышь: маманя, заглохни! Мы... Бывало, что хором меня вызывали, но только для того, чтобы хором за что-то поругать. Да они от тебя шарахаются, как тараканы от комбата. Я, между прочим, прекрасно слышала, как все здесь кричали: «Девушка Мороз!» Что ты сказала? Ты самая дурная дура из всех дурных дур, которые только с нами. Если тебя смущает слово «девушка», я готова назваться хоть тетка Стужа, хоть бабушка Холодрыга. Ты такая дура, и таких дур не видела, какая ты дура. Слушай, Дурсинея, ты читала «Занесенные до ветра»? Ну, про Скарлетт. Ты помнишь, чей там нянька втирала? Девушка Мороз! Если есть Дед Мороз, так, значит, есть и Бабка Мороз, и Дядька Мороз, и Теща Мороз, а значит, есть и Девушка Мороз. Дальше, дальше что было? Дальше? Что он тебе предложил? Интересно, откуда ты знаешь, что я по части чудес не такой же специалист, как Дед Мороз, а? О, как все запущено! Да без проблем. Хочешь, я сейчас тебя сделаю человеком-невидимкой? Про нее даже один чувак книгу написал «Живой труп». Читала, нет? Что он тебя впаривал? Что у него в коробке передач в машине гакнулась шестеренка? Ты действительно станешь человеком-невидимкой, если захочешь. Нет. Ты уснул. Все, мы его потеряем. Ты же ему в душу плюнул. Зал подтвердит. Подтвердит зал, если он встанет. Слушай, Дурсинея, ты читала «Занесенные до ветра»? Ну, про Скарлетт. Ты помнишь, чей там нянька втирала? Девушка Мороз! Если есть Дед Мороз, так, значит, есть и Бабка Мороз, и Дядька Мороз, и Теща Мороз, а значит, есть и Девушка Мороз. Он же тебя святого говорит. Ну и что, что тебе неинтересно? Ей неинтересно! Ты видела, как Изольда смотрит хоккей? На меня смотришь еще, пожалуйста. Вот так. Внимание! Сейчас чудо произойдет. Раз, два. Еще, пожалуйста, чуть-чуть. Как, дорогие мои, вы видите? Слушай, Дурсинея, ты читала «Занесенные до ветра»? Ну, про Скарлетт. Ты помнишь, чей там нянька втирала? Девушка Мороз! Если есть Дед Мороз, так, значит, есть и Бабка Мороз, и Дядька Мороз, и Теща Мороз, а значит, есть и Девушка Мороз. Если есть Дед Мороз, так, значит, есть и Бабка Мороз, и Дядька Мороз, и Теща Мороз, а значит, есть и Девушка Мороз. Со старым Новым годом, дорогие мои! А теперь скажи, кто дура?